понедельника по четверг. Благополучие и успех зачастую означают наполненность счастьем. Давай потанцуем. Скажите, а правда вас связывают не только деловые отношения? Кузьма Сергеевич давно и счастливо женат. Ир, давай на все плюнем и рванем куда-нибудь на недельку, а? Но счастливая жизнь всегда окружена подводными камнями. Есть строительная компания «Вика», с ней стоит ввести дело. Кто заправляет ей? Ирина Денисова. Что она за штучка? Умная, волевая, энергичная. Стратег хороший. И когда старые чувства и новые проблемы застилают весь кругозор. Что случилось? Проблемы. Все счета «Вики» заморожены. Мы не можем снять деньги, мы не можем перевести, мы вообще ничего не можем. Но этого просто не может быть. Вам грозит от 7 до 10 лет. Рядом с вами будут настоящие убийцы. Нужно разогнать сгустившиеся тучи и вспомнить вкус жизни. Все ради тебя. С понедельника по четверг на ТВ Рус.